бери, возьмем. Долик. Вот это вот очень вкусная вещь. Дракон. Вообще плод кактуса. Такой вот вяленый какой-то фрукт с косточками внутри. Невероятно кислый. Его используют при приготовлении мяса. Очень кислый. Невероятно кислый. Все иностранцы, как правило, любят желтые манго, а тайцы используют в пищу зеленые. Это какой-то гибрид между зеленым яблоком и редькой, вот, и едят они это с острым соусом. Очень вкусный фрукт мангостин. Вот лайм. Лайм — это вроде как разновидность лимона, тоже цитрусовый фрукт, но это не совсем то же самое. Тайцы используют лайм везде абсолютно, и в мясных блюдах. Вот это вот папайя. Вот, и тайцы продают ее уже резаную, очень часто без косточек. Так вот внутри здесь вот черные косточки бывают. Значит, папайя не самый вкусный фрукт, но невероятно полезный. Вот в таком виде тайцы продают ананас. Вот это то, чем мы питаемся здесь. Все очень дешево и доступно. Даже уже порезано.